Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала Астрор. Дорогие друзья, с вами сегодня я, Мехди, и сегодня специально для канала Астрора мы с вами поговорим об некоторых вещах, которые притягивают богатство в доме. Давайте будем с этим сегодня разбираться. А пока что, дорогие друзья, подписывайтесь на канале Астрора, смотрите видео до конца, чтобы ничего не пропустить важного и интересного, и всегда быть с нами в изобилии и достатке. Итак, друзья, на Востоке верить, что богатство приходит и в дом, и где есть предметы, привлекающие его. Если вы обладатель правильных вещей, то можете стать богатым, не только трудясь с утра до вечера. Знаете ли вы, что все вещи в вашем доме обладают определенной энергетикой? Какое огромное скопление самых различных энергий находится в вашем доме? Среди них есть вещи, которые излучают денежную энергетику. С помощью этих вещей, дорогие друзья, вы можете привлечь деньги в дом и навсегда распрощаться с долгами и финансовой нестабильностью. Сегодня я познакомлю вас, дорогие друзья, с тем, на что нужно обратить внимание. Прежде всего, сами деньги могут стать причиной их отсутствия. Если они будут лежать без дела в кабельке, то этим самым привлекут нужду. Они должны быть в движении, постоянно обновляться. Только в этом случае последует приток денежной энергии. Коврик, постеленный у входа в дом или квартиру, не пропускает негативную энергию. А вот энергию денег он, наоборот, привлекает в дом. Если вы хотите, чтобы деньги были в сохранности и приумножились, придя домой, с суммой денег не вытирайте обувь у коврик. Это поможет сохранить энергию денег, принесенных в дом. Когда вы возвращаетесь домой с пустыми руками, то обязательно вытрите обувь об коврик. Это для того, чтобы энергия пустоты к вам не прилипала. Нужно купить оберег в виде веника и повесить его в прихожей или на кухне, метелькой вверх. Верх обладает очень сильной энергетикой для привлечения денег. Считается, что он выметает всю негативную энергию, тем самым освобождая в дом место для денежных потоков. Вам очень повезло, если ваш обеденный стол имеет круглую или овальную форму. Этот предмет мебели способствует свободной циркуляции денежной энергии. Сколько бы вы ни потратили денег, они всегда будут возвращаться к вам. Очень осторожным нужно быть с такими предметами, как зеркала. Оно может привлечь деньги в дом, а может испугнуть их. Всегда нужно помнить о том, что в зеркале должны отражаться чистота и порядок. Если же ваши зеркала будут видеть грязь и пыль, то его энергия будет негативно влиять на финансовое положение. У зеркала есть закон, что оно видит, то оно вам и дает. Если вы хотите привлечь деньги, то держите свой дом в чистоте. Напротив зеркала можно хранить кобылку или ваш кошелек. Они будут отражаться в зеркале. Значит, и деньги приумножатся. Хрусталь является магнитом для притяжения денег. Чтобы в дом были стабильность и финансовое благополучие, нужно на видном месте держать фигурку или статуэтку из хрусталя. Такие статуэтки помогают следовать распорядку, что положительно сказывается на финансовом благополучии. Отличной деталью в интерьере
является аквариум с рыбками. Аквариум привлекает в дом достаток и наполняет его гармонией. Единственным условием для того, чтобы рыбки притягивали деньги, является то, что они должны быть золотыми. Большую роль играет и число рыбок. Их должно быть 9. 9 – это особенное число, дорогие друзья. Оно связано с гармонией между небесными силами и землей. Девятка становится магнитом для финансов на дно аквариума. Нужно положить камни и монеты. Это сделает аквариум мощным объектом для привлечения денег. Вода в нем не только притягивает благополучие и улучшает денежные потоки, но и очищает окружающее пространство от негатива. Клубок красных нитей также обладает способностью притягивать деньги. Красный цвет ассоциируется с богатством, властью, силой, уверенностью и роскошью. Такой клубок нужно положить на видное место. Он поможет привлечь силу, богатство, а также защитить дом от недоброжелателей. Например, в Китае считается, что красный цвет – символ финансового достатка. Поэтому в каждом доме в этой стране есть ковер красного цвета. Желтые монеты, особенно если они старинные, также являются магнитом для денег. Чем крупнее монета, тем она сильнее хранит такие деньги, нужно в кошельке, но отдельно от купюр, которые находятся в ходу. Такие монеты привлекают финансовые и гармония в душе. Фигурка слона с поднятым хоботом. Символ мудрости. Концентрация внимания на фигурке помогает принять верные решения и урегулировать денежные решения. Фигурку нужно поместить на рабочем месте или в зоне отдыха. Жаба с монетой во рту считается символом богатства. Такую фигурку рекомендуется ставить на самом видном месте. В вашем доме наверняка есть красивые свечи. Чем они красивее, тем больше шансов у вас стать богаче. Настоящие свечи, отлитые из воска, обладают поистине чудесной силой. Колокольчик, пусть даже декоративный, способен защитить пространство вашего жилья от негатива, дать вам больше шансов стать богаче. Идеальное расположение денежной приманки у входной двери. Вот вы, дорогие друзья, и познакомились с вещами, которые, если их правильно использовать, принесут вам денежные благополучие, помогут наладить жизнь, отчего она станет ярче и богаче. С вами был я, Мехди, и канал Астрора. Подписывайтесь, дорогие друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, и мы с вами, дорогие друзья, увидимся в следующем видео.